Всем привет! Сегодня 13 июля 2020 года. Сегодня у нас долгожданное знакомство и встреча с замечательным интересным животным, которое я уже показывал однажды на своем канале, который привлек необъякое внимание, потому что это насекомое, называемое уховертка. И в обиходе, и как только ее не называют, и двухвостка, и уховертка. И у всех вызывает это определенное, если не возмущение, то удивление и опасение. Потому что это за уховертка? Неужели она ухо может свернуть? Как бы не так. Это же она опасная, наверное. Где же она обитает? Ну, на самом деле, все гораздо проще. Она не представляет никакой опасности. Потому что это почвообитающее животное. Уховертка из отряда Степсиптера, который имеет интересные крылышки, который умеет летать. Но форма тела вызывает определенные части населения удивление и опасение, потому что у нее имеются выросты на брюшке, не впереди тела, а именно на брюшке, которые называются церки. Церкви длинные и острые, и многие пишут, что она ими кусается, в чем я очень сильно сомневаюсь. На самом деле меня никогда она не кусала, даже если при желании подставить палец, она будет очень сильно удирать, потому что уховертка относится к семейству форфикулида и род форфикуля, такое вот интересное, красиво называется. У нее, видимо, грызущие ротовые органы. На самом деле она может подгрызать различные маленькие листики. И, по-видимому, даже иногда может быть и охотится. Но живет она в почве. И в основном очень часто встречается в более увлажненных местах. И на даче она часто встречается около тряпочек, около источника воды, около луж. Хотя она также охотится на различную свою добычу. А зачем ей вот такие вот интересные устройства на конце брюшка, скажете вы, которые вызывают наш страх, как бы она нас не укусила? Оказывается, это выросты церкви, которые используются уховерткой для познавания свой-чужой. Самцы узнают самок, а самцы друг друга отпихивают и отгоняют. Потому что при помощи таких церок совершаются, оказывается, бои самцов-уховерток. Меряются вот этими хвостиками самцы-уховерток. И тот, который самый сильный, самый шустрый, отпихивает менее шустрого и побеждает в борьбе за самку. Трудно сказать, вот у нас имеется самка или самец. По внешним признакам очень трудно определить. Такое же большое брюшко. Может быть, даже это самка, потому что у нее все-таки не очень большие такие церкви на конце брюшка. Бывают еще гораздо более длиннее. Имеется довольно много разных самых видов и родов в семействе форфикулида. Уховертки. Обитают в самых разнообразных природных условиях. Как мы видим, растительной пищей соком они не гнушаются. Видим, я здесь дал капельку меда, что понравилось нашей госпоже уховерке, которая вовсю ее подлизывает. В разные стороны торчат это усики. Вперед еще маленькие такие коротенькие это щупики. На спинке расположены, сначала расположена голова, потом передняя спинка, грудка. Потом называется надкрылья, пластинчатые такие, вот с правой стороны хвостики, это как раз церкви. А под надкрыльями располагаются крылышки. У уховерки, кажется, есть крылья, и уховерка прекрасно может летать. Она прилетает иногда на свет. Крылья у нее сложены как оригами, они такие складчатые, тонкие, прозрачные.
и очень быстро и оригинально прячется под надкрылья, потому что обитает она в основном в почве, а в почве нужно быть очень внимательным к крыльям, чтобы они не прилипли, не запотели, не испортились. Поэтому, чтобы проникнуть куда-то под листик, под кору, где крылья могут испортиться, надо их четко защитить. Они очень хорошо прячутся под надкрылья. Вот такая у нас уховерка, вот такое у нее приспособление. Какая она шустрая. Шустрая. Побежала. Хочет от нас убрать. Хочет от нас удрать. Вот видите, пытается меня как бы покусать своим задним частью тела. Но я думаю, что она совершенно беззащитна и не сможет этого сделать. Но лучше ее не прижимать, не убивать, потому что она выполняет свою функцию в природе, очистка территории, подгрызает свои растения, нужные растения, которыми она питается. Может быть, даже немножко и хищничает на различных насекомых, потому что у нее хорошо развиты челюсти и верхние мандибулы. А вот, как мы выяснили, вот эти хвостики, называемые церкви, вовсе не страшны. Именно она не кусает, в ухо она не залезает, не бойтесь. Просто она очень шустро бегает с тем, чтобы найти маленькое местечко, где спрятаться. Сейчас я ее попробую поймать и накрыть. Потому что хочу ее еще немножко поснимать для следующих видео. Ой. Ух ты, такая шустрая. Ой, лапки застряли. Где-то. За тобой не угнаться. Вот она все. В чашке Петри наша удивительная уховерка. Покормилась, накормилась, селенок прибавилась и начала бегать как очумеча. Очумеча. Надо ей тут бросить немножко еды и ватку с водичкой, чтобы у нее было влажно. Была она сидела тут спокойно в другом контейнере где-то неделю целую спокойно. Чем-то подпитывалась. И влагу подлизывала. Очень стойкая и хорошо пережила тяжелые условия содержания. Так что не бойтесь уховерку. Мы вам постараемся ее еще показать крупным планом. Ее мордочку, ее портретик. Рассказать о ней истории, как она будет себя вести. Может найти даже ее пару. И показать, как будет вести себя две уховерки. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и заходите на страничку в Патреоне, чтобы поддержать наш канал. К сожалению, уховерку не открываю, потому что она оказалась очень шустрая. Открою. Лучше ее все-таки видно. Она очень шустрая и разумная. Видите, какая разумная. Видите. Очень разумная. Пришлось ее все-таки снова поймать. Бегала на руке, на ноге и сидит снова в чашке Петри. Так что не забывайте подписываться на наш канал в Ютубе, ставить лайки, писать комментарии и заходить на страничку в Патреоне, чтобы поддержать наш канал. Ваша помощь всегда будет приятна и будет мотивировать снимать новые интересные видео. Пока-пока, до новых встреч на моем канале. Продолжение про уховерку следует как можно скорее. Правда, с ней нужно быть очень осторожным, чтобы не удрать. Придумаем ей интересный новый контейнер, из которого она не сможет выбираться так быстро. Тут она контейнер перемахивает в полсекунды. Оказывается, очень разумная.
Пока-пока. Подписывайся на мой канал.